Эндерин сэхэн гидэг, нарта гидэг өдірлі. Мана харбулген дондын школды, ер сэхэн емін нәр болжана. Эндер олықла, мана күйікіт, еврейн ердім білген үзілхі. Келін, келін, келін. Кен чамагы заясым, келінәсі талдан белін, киші күміне бәсім. Халымы келін, мини келін, зөресі дау зөрі. Халымы келін, мини келін, зөресі дау зөві. Халымы келін, мини келін, хазнасы дау хазын. Халымы келін, мини келін, хаджы болшко, нарын. Ежегодно, дорогие друзья, во всем мире 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Нет языка – нет нации. В нашей стране 120 этносов и функционирует 76 языков, а в мире насчитывается более 6 тысяч. Среди них наш родной язык – калмыцкий. И я хочу еще раз с гордостью сказать, что мы богатый народ, потому что имеем свой родной язык. На территории республики два государственных языка – русский и калмыцкий. В республике Международный день родного языка отмечается ежегодно во всех образовательных учреждениях. Наша школа – не исключение. И вот сегодня, дорогие друзья, мы проводим этнографический конкурс, посвященный Международному дню родного языка. Слово для открытия нашего конкурса предоставляется временно исполняющей обязанности директора школы Мушаевой Баерте Михайловне. Добрый день, дорогие дети, коллеги и уважаемые гости. Данное мероприятие посвящается Международному дню родного языка. А этот день, этот праздник является важнейшим гарантом сохранения не только языка, но и традиции, истории нашего народа. Я всех поздравляю с данным праздником. Нашим участницам желаю удачи, успеха в этом празднике. И, уважаемая жюри, желаю, чтобы вам было не тяжело судить. Дорогие друзья, Международный день родного языка провозглашен конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, а отмечается с 2000 года 21 февраля. С целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Дата родного языка была избрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке, столице Бангладеш, 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие, я еще раз повторяю, на мирную демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. Родной язык – народа достояние. Он с детства каждому из нас знаком. Стихи и проза, сказки и предания – все мило нам на языке родном. Учите, берегите речь родную, стихи слагайте, украшая жизнь, потомкам передайте речь живую, чтоб память о народе сохранить. Итак, я попрошу к микрофону председателя общественной организации развития калмыцкого языка содействия Богдана Болдырева Эрни Богдановича. Мендит, уважаемые гости, уважаемые односельчане, очень приятно вас встретить еще раз снова, теперь уже на нашей Харбулутской земле. И, пользуясь случаем, хочу поделиться этим опытом, мероприятием, чтобы вот это наше начинание распространилось, ну, по району и в дальнейшем по республике. Ну, не знаю, как будет с вашей поддержкой, мы добьемся многих успехов. Ну, а вам, в свою очередь, пожелаю всего самого-самого. Спасибо за внимание.
заместитель председателя Общественного совета при главе Республики Калмыкия по поддержке и развитию калмыцкого языка. Пожалуйста. Дорогие друзья, я вас рад всех приветствовать на этой святой для всей нашей республики земли, потому что именно у вас только, мы все прекрасно знаем, святое дерево, одинокий тополь. Для нашей степи это, конечно, уникальный природный памятник, можно так сказать. Я хочу вам сказать, значит, слова благодарности от имени нашего общественного совета и от нашего центра за то, что вы начинаете очень большое дело для всей нашей республики, для нашего народа. Вы начинаете возрождать те древние наши традиции, когда, ну, в истории калмыцкого народа всегда так было, что девушка, она ставилась очень высоко в общественном сознании, занимала очень важное место. Альхандерем бердегеля кюкет кюга, тига хальмигуль гурбердегеля бяне, кюкен кюга альхандерем бередескутет, кюкен кюга тохадоран дарадескутега. Отношение к мужчине было как к воину будущему, а к женщине как хранительница очага, девушки. И вот очень важно, что вот вы этому самому основному нашему принципу народной жизни уделяете внимание и возрождаете вот эту традицию. Чествуйте. Не только сегодня конкурс проходит среди девушек, но прежде всего я так понимаю, что это происходит чествование девушек. Мы возлагаем на них все надежды. Халмук танчты бязны селям болгынды, ода тер школ, тер халяджахы, тер халяджахы орын болжаны, мана халмук селян, вот ода, эдыгатсагар. В каждом калмыцком селе так получилось, что школа стала сейчас очагом не только знаний, но и культуры. И понятно, конечно, большие надежды на вас возлагаются. Я хочу поблагодарить именно преподавателей школы, администрацию, учителей калмыцкого языка за то, что вот такое большое вы делаете. И, конечно, слова отдельной благодарности фермерам, людям этой земли и уважаемому, значит, нашему другу, значит, Болдырю Эдни Богдановичу. Молодцы! Мы с вами, мы всегда будем с вами рядом, как и вы с нами. Потому что вчера у нас было большое мероприятие в республике, было торжественное собрание, значит, потом был фестиваль шавашей. Вот Эрни Богданович был у нас, видел, как все это делается. Вся республика приезжала. А теперь вся республика, можно сказать, находится здесь, незримо присутствует. Потому что этому примеру последуют все. И в районе Целина, и в Калмыкии. Это же гарантированно, потому что я это... За свои слова отвечаю как заместитель председателя Общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе республики. У нас здесь есть представитель, значит, министерства Виктория Владимировна Мухабенова, а Герман Ирдневич, заместитель министра, Герман Ирдневич Санжарыков, заместитель министра образования, он должен был сегодня здесь быть, но его по неотложным делам отправили в Городовиковск. Он вам передает тоже большой привет. И он сказал, что этот почин будет поддержан Министерством образования по всем школам республики. И больше того, сегодня я встречался с директором номер школы номер 12 в Листе Борисом Нарановичем Бимбеевым, рассказал ему, он, к сожалению, сюда не приехал, но в следующий раз обязательно к вам приедет. Город уже заинтересовался этим опытом, и теперь они будут, по вашему примеру, проводить у себя в 12 школе, начнут в Листе, а потом все листинские школы подхватят, конкурс для девочек, для городских девочек. То есть их саджи болшкотинды на балконе не держат, да? А вот основной принцип будет взят. И конкурс они будут делать отдельно для мальчиков еще. Поэтому вы тоже возьмите это на заметку. От нашего совета и от нашего центра, вот Бичким Белик, самый большой подарок, это понятно, это особенно в школе, это книги. Вот привезли вам книги вместе с Викторией Владимировной. И профессор Панькин тоже Бичким Белик свои уже книги привез, авторские. Давайте бурными аплодисментами встретим наших участниц. Панарчук Маргарита Петровна. Ученица 8 класса Харбулукской средней школы, любит петь и танцевать. Остит калмыцкая весной невообразимо в ее сочинениях. Васильева Эльзата Валентиновна, ученица 9 класса нашего образовательного учреждения. Игра на домбре завораживает слух каждого. Коксунова Ильяна Валерьевна, ученица 9 класса. Активная жизненная позиция. Уметь быть всегда впереди, за собой повести всех. Соксарн бичкам получен. Эрын сеткальта кюкен.
Энжил шыңхын манаш қолды ерсін күйіпін. Халымы келінді дұрта Ольжана. Деревянка Анастасия Станиславовна, ученица 10 класса Харбулукской средней общеобразовательной школы. Дорогие друзья, вот сегодня эти милые девочки, иначе никак не назовешь, будут защищать честь женщины, женщины-калмычки, которая умеет обогреть всю семью, сделать уютно-уютно в доме, но, естественно, своей красотой показать нацию, нашу калмыцкую. Дорогие друзья, вот здесь вот 4 кисета. Каждая из участниц выбирает свой кисет, в котором будет номер, под которым она сегодня будет выступать. Ну а рядом номера. Пожалуйста. Панарчук Маргарита номер 4. Васильева Эльзята номер 3. Ну вот так вот, а как так получилось? Коксунова Ильяна номер 2. И наша замечательная Анастасия номер 1. Вам сегодня везет, хочу сказать. Дорогие друзья, я хочу, пока будут вешаться номерки, уважаемые члены жюри, я хочу подойти к вам и объяснить, как мы сегодня будем работать. Во-первых, на столах у вас есть положение сегодняшнего нашего конкурса, с которым вы можете ознакомиться. Во-вторых, есть памятка члену жюри. По этой памятке вы сегодня будете работать. Дорогие друзья, и самое главное, я хочу вам показать три листочка, на котором написаны все номинации участницы конкурса. Жеребьевку мы прошли. Итак, первый конкурс. Дорогие друзья, первый конкурс – визитная карточка на калмыцком и русском языках. Значит, продолжительность регламент от 2 до 5 минут. Девочки, вы можете спуститься со сцены и начать подготовку. Ну, а я хочу объявить под номер 1 с конкурсным заданием «Визитная карточка» выступает ученица 10 класса Деревянка Анастасия Станиславовна. Менду, менин Настя. Би арвин зургатав, би сургульчнив. Хатлук селянды бянав. Юрке булим ике бише, эке, эцке. Дюкевун булун би, Деревянка овкиннерин. Окенврим сарпулясе наран, наран ирля. Би долан юянь. Меднев. Мені солонцик Ілья. Мені солонцик Ілья. Мені елонцик ецке Сімьон. Мені аве Іван. Мені ецке Станіслав. Би шкалдан дуртав, би хальмы кели даснав. Нанде үрмі дала, рясын сургульчныр джилсянды орлснав. Би дудул дже чаднав, Москваде Кремльде дулав. Я живу в Калмыкии, Калмыкия моя родина. Ты даришь нам тюльпаны на рассвете, и на закате солнечного дня во все века прекрасней всех на свете, родимая Калмыкия моя. Ковыль под небом звездным полыхает, и все умолкли, тишь степи храня. Ты лишь одна, красивая такая, родимая Калмыкия моя. Давайте поблагодарим за выступление нашу первую конкурсантку. Итак, Деревянка Анастасия Станиславовна. Под номером 2 у нас выступает ученица 9 класса Коксунова Ильяна Валерьевна. Мендуфт кюнте юрмют. Минин эрин Коксунова Ильяна. Бихар булгин дундын школын истыкче классин сургульчив. Эгель кюнде Экес кесе даву бурхын уга. Эне мини өркө бүле. Дейрен хойр экштев. Декет хойр зеетев. Экен хунаш кохар. Күйкін болат түрлев.
Эскен хундаш когар, кювін кюне занктав. Терек голын кюведе бәсін, Эресен меджа харсат йовсын. Тектен ирет байсат бәдік, Тынге хазгуд бидын болдык. На дивном Кавказе истерик река, Наш род заселял его берега. Калмыки-казаки там службу несли, Границы России они стерегли. Из тесских калмыков мой предок Оксын, Великой России отважный был сын. Фамилию предка достойно несем, Традиции рода мы бережем. Кюн болгын угат тохман митхэ зюфтэ, Бидолан уян меднев. Мни угэ Коксын, мини толынцык эцке нимгыр, мини солынцык эцке мендык, мини элынцык эцке норма, мини аавы элдэ, мини эцке Валера. Тюкшан эйджан дахат бичкнэсін бийлдык да слынав, юля бакшын нельчар дулнав, дом бырт токнав. Эдрин хюрын дырвын часы нанды бағы болна, гертэн нэкыт болав. Болнав, сургулян гюнер даснав, зургут зурде чаднав. Эрестян сургульчнырин джисенде, шунгагар би орылцнав. Школде президент болнав, кесык акциз да болнав. Олын зюсин маргасте орылцат Москва, башкир орнав. Беларусин газырте кюрляв. Сургулян тавын тэмдгер сурат, артык лагерте би амырлав. Халмы келян даснав, халмы келінден дуртав. Түрскін хазыртан туста, үрін болхар седнав. Харбулык бичкін түрскінден дуған нереженав. Зелена эмне варуна, мини джиргельде, один дервин тате, мини бичкин селян харму, мини стягин селян харму, нанды мини селян дурта, нар халу, нар темета ике, один дервин тате, нар херу и я хочу продолжить знакомство с нашими конкурсантами. Под номером 3 выступает подруга самого рождения, самого детства. А сегодня они являются соперницами. Но, тем не менее, добрые чувства не покидают их. Итак, Васильева Эльзята, пожалуйста. Мендев, менин эрин усын Васильева Эльзята. Би харблугин дундын школын, истыкче классин сургульче. Би тынгы хазгудын отык ястав. Мини эркэ бүлін туудже, аюка хаанла залгылдата. Өдгэ цакте, мини эркэ бүлде тэвін шаху кюнбэне. Кезэнкэ хальмык авясар, долан үйян меде. Эктэхэн туугадже ухалат, өфкнэрин тускар медюв. Кесык зун джилин хоран, элэнцык мини бова, хальмык тегер нуджи. Дала мал эскле, джитхы кука кидыкнерте. Кючта адучи бэсмын, солэнцык цагадан эрте. Эркэ бюлян авчи, тэнгэ голын кювэт ирджи бэрлшсын мэн. Терцегасы авын, мини унгэ тохм, Ростовск областин, кутенес хотнла, залгылдата болвэ. Кенэхневче чиполхла, би икэ сана зу тюдже, тэнгэ хазгин
күйікін, кеже байрылчы келінәв. Дорогие друзья, ну а я хочу пригласить на эту сцену участницу под номер 4, Панарчук Маргарита, ученица 8 класса. Сүртін күчімсті болтха, нәртін байрта болтха, бюрсі күкімп, халмыкел даснав, халмыкелінде дуртав. Мені нәрін Панарчук Маргарита, би хар болгін школын дунде сурнав, би арвын дөріфтав, хар болық селінде бәнав. Өркі білім үйкі біші, әкі, әцкі, хөрікче болын би. Панарчук өфкінім нәрін. Өфкінірім Украина ғызрасы нәран үйірлі. Халмықтек та сігдат, әнді өфкінірім үділі. Би тәвін үйян меднәв. Мені солынцік әцкін нәрін Нестер. Мені әлінцік әцкін нәрін Павел. Мені авин нәрін Петр. Мені әцкін нәрін Петр. Би дүлдже чаднав. Билдже басе чаднав. Хальмы кел даснав олимпиаде орылснав, әресан сургүлчінін джесенде шымынғағар орылснав. Хуфцы уйхтан дуртав, келмедегі басы екенев, күчті сәйнер зурнав. Миним әцкін әлгін Украинасы, мини әкін әлгін Краснодарасы, би әнде түрләв. Мини түрскін халмықтанықчы, би түрскіндан дуртав. Халмықтанықчы, калмыкия моя, богатая бескрайними степями. Здесь я родилась, здесь семья моя, и ветер с родными голосами. Здесь чтят традиции и старикам в угоду, живут в гармонии с собой и природой. Здесь жара за 40, это наше лето, вода дороже золота порой. Степь ковылем и ирисом одета, и этот край так сердцу дорогой. Тут вдалеке одинокий тополь, его взрастил монах Бурдаш-Бакши. Попить воды ты можешь родниковой и помолиться для своей души. Халмык-танхче, ты родина моя, богатая бескрайними степями. Тебя я в сердце сохраню, Халмык-танхче, тебя люблю. Следующий этап нашего конкурса – это бичкансехля. Девочки должны показать и защитить сценический образ и представить национальный костюм. Единственное, я хочу попросить наших участниц придерживаться регламента. Харла харкелин торгун. Эрдет хэляхля. Оштык торгын бүшмүдін. Колин орач дэлсна. Атылсы харташман ора дээрэ ханхна. Тегіл гонурхта. Товшун окар хэляцта. Харкюклін. Холцокджи, шавдна хар чиряге хойр, нюдин сяхрлна, хойр бичкин чикдин сувсын, сийке өвсна толга, дер хурсын чикмет мельзна. Я хочу пригласить участницу по номерам 2, участницу под номером 2, Коксунова Ильяна, и она познакомит нас со своим сценическим образом. Царан хелехлян, цады дылан жүрмехәс толыгдым. Наран хелехлян, нады дылан жүрмехәс толыгдым. Тусынасы улан халықта, тастасы цаған саната. Урын эйджин ишксын, ұлын хатты зөвчілде уйықсын. Тастан цаған хылынгегі, зүн соқы дейрән, талывын судык болна. Сар гирил кигылтин дава. Генкин гилдә әмтин гичиктә күкин гирлиге. Оңктат ават үзде өвірде сахнин темгылдыв. Цасын саған бизин тәжен әрінде гиловков. Тусын улан торғы, токсты күлсін бішмедин. Цахырже ошқырат уныв, утулың зузан көлірін. Унжен оха үлірдыв, одашын кән күкнә, оңчта сахнин оңығат. Көкірхі шар чирәхін, көвін жүртәт хәғіф. Герті мөрсін тұғылын дуынасы, герін шоғуды кевітсін бақын күйікін серәт босывы. Икәрін тәвісін бейін күйікін арвын долата. Черән ер севір, хойыр халықасын олан алымына өңгі қарад вәне. Хойыр төгірік нөдін, мөрсін метті хары, шумыр метті керілтә. Голын дақолат гүрсін сәйхін ұты хар көклін, нұрғын цокат шаушына.
күйікінен әрін саған. Ямаран сәйхін шар нарын, нарын менде. Чылғыр, дулан, сән өдір болғын. Көркі мені дүйінір, әңкір мені бауы. Би, чүйділді болғылан, әтістіген керік көділіхін. Мені цохыр үкірін мөрченәв, өдір үкілченәв, өдірін көділмішен. Кеххе керікті. Әндір би халмы күйкіт үлсін құтсына тұскар келхәр бәнәв. Нәндірі бағын күкден құтсын бүшміт кедік нерәдгілді. Әнігі шы мүк, торғын келінг, әдәр үйдік білі. Ошқы, ошық, улан, ноған, күкі, цәңкір өңкті әдәр. Зоқшығы зақта. Уты ханста, юнгат гихле, күйкіт күн, ил биян үзілдім біші. Хансна, нүдірім, өрчі дәрін, маняшқы кесенке, сек кедік, хатумрар сәйхрүлдік авияс. Бахын күйкдін хувцына, тәкәт нек елғвір, бүсі. Бүшміт өмсін цакте, белкүсен бүсер бона. Толға дырым махла. Күйкі дұлсин махла, әне көмчеткі текет торцик. Шын хувце өмсін күй ередім. Өмсін хувцындың өлзеті цыған халықта болжы. Әдін әлжі, әзін мөңкірджі. Үйінәсе өлісен сәйхін. Олын зағы хувце, өмсчі, әләджі евхе болдға. Новый этап конкурса, который называется «Келмірчі». Который называется «Кельмерче. Знание произведений устного народного творчества». Уважаемые конкурсантки, я приглашаю вас на сцену. Сургуль Ухани Булык. Кюн ахта дивил захта. Хома кюн хуир кюдымшта. Толдык. Апчин чипчин келин зельмин харда барда чикин таш. Кен киске булхын бугни бурт чирташ. Әне әрсін цағын сар, өлдзәті байырда болдыға, күнді өвлесі менде харуы, көбіт-көкіт тасығына, әне әрсін әрді болды, да болна. Әлі кефті әргіт оды, игі кефті әрет оды, бұдын кефті бұслыт оды, бұл мұ кефті лукшыт оды, хәдрис, хәдрис. Сегодня в присутствии всех наши конкурсантки будут лепить бюрики. А мы, дорогие друзья, в то время, когда наши конкурсантки будут лепить бюрики, мы с вами посмотрим следующий этап конкурса «Сальче. Видеоролик. Дойка коровы». Ну а сейчас... Уважаемые члены жюри, я прошу ваше внимание. Итак, видео. Участница под номер один. Я не узнаю, кто это. А? Деревянка Анастасия, доит Украин. Эльстасирсен Кюкен. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем, девочки. Дорогие друзья, участница под номером 2. Коксунова Ильяна по-хозяйски доит свою чернушку. Следующее видео, уважаемые коллеги. Мучили одну и ту же корову. Ильяна. Настя тоже ее же доила.
Дорогие друзья, Панарчук Маргарита, опять доим Чернушку. В нашем конкурсе с удовольствием участвует хозяин этой коровы, Коксунов Валерий Ильдаевич, сама корова Чернушка. Ну и теперь Васильева Эльзата. О, сколько надоело уже. Или ведро передали с молоком. Так, хорошо доит корову. Кулаком, да? Повтор. Спасибо огромное всем. Спасибо огромное Чернушке. Валерию Ильдаевичу огромное спасибо. Уважаемые коллеги, я так думаю, достаточно уже бёриков мы налепили, да? Эрни Богданович, достаточно? Ну, а я хочу вас пригласить, вас всех. Вас всех хочу пригласить с вашими листочками подойти к столам. Посмотреть, как качественно. Здесь у нас качество, количество и время. Панарчук Маргарита, 8 бёриков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ильяна, 6 бёриков. Так, я дальше смотрю. Васильева Ильзята, 3 бёрика. Но за главное, какие они. Один съел и наелся. Так, Анастасия, ну... Биандуралгат, бичкахан, бичкахан, бо бёрик кеджи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть бёриков. Итак, оцениваем. Спасибо вам огромное, вы можете снять фартуки и пройти. Первая тема нашей беседы, диалога, это танилдлыгын. Следующая тема у нас эркебюлэ. И так как у нас продолжается белый месяц цагансар, мы включили еще и тему цагансар. Я даю микрофон, а вы работаете. Никюкет Оньга Нараныхтын, ода танилдылыгын кедиктер ар күйүнтүм. Анастасия танды түрүн сурур. Тана нерин кембе? Менин эрин Настя. Сен? Царандын? Та кеди тафт? Би арвын тафтав. Сен? Та кеди тикчи класты сурнат? Би естікче класты сурнав. Ямаран школды сурнат. Би харблугин школды сурнав. Ерсен. Хамгин дурта кичел тана. Исвы гегат бэна, халмы келін гега кичел бэна. Это урок. Дакат ямаран кичел мед бэна. Халмы келін. Халмы келін. Ерсен медик жена. Тана дурта керік. Мені дұрта керік зұр ұлғын, волейбол болын, футбол надылғын. Тана хайық ямаран? Мені хайық. Хальмік таңғычы, Целина район, Харблук селян. Тілімджевін гіддік нерді үлінсі. Дөрведікче тойықта кері. Тана класты кеді күн сұрна. Мана класты зурган күн сурна. Ерсен. Ерсен. Танилдылыгын кедиктер артадын согар, сурур бурулгунды хары өгүт. Ода өркүл бүлүн тускар келжектин. Тана өркү бүлдү кеди күн бэне? Мени өркү бүлү ике эцке дүкөвүн булун би. Сен. Ерсен. Эскинтин нерин кембе? Нерин Валера. Ерсен. Тана екі альт көділіне? Мені екі садикті көділіне. Ерсен. Танды ақы бәне? Уға. Акен бәне? Үркі білтін? Құрықче. Ерсен.
Ерсен, ерсен. Ода саған сарин тұскар күйіндім. Халмык улсин темдгілдік сәні дүрміт ямаран бәні. Хамгин тиімі темдгіта хойыр бәні. Сән өдір кесін праздник. Хойры келтін нерін. Зул саған сар. Ерсен, ерсен. Саған сар кезе болна. Саған сар нексінді болна. Хаврин нексінді. Хаврин түрін сарин нексінді. Чекі ерсен. Саған сарыла ямара навияскені. Саған сарыла адала авияскені. Әне бұртскен авияс. Цәгін авияс. Декет көкшіргін авияс. Болан әнчігін. Ямаран борсық тамеднәт. Менекі хорға. Темен шовын борсық тәне. Кене да? Ерсен, ерсен. Так. Та гертен борсық кедіт? Кене әведінді? Чекі, ерсен. Целвік борсық үй меділіне? Целвік борсық нарын меділіне. Чекі. Ода болқыла хорға борсықын тұскар келтін? Хорға борсық толын малмұт көделіне, меділіне, декәт бүшкі дөт меділіне. Чекі. Сарандын тоғыш борсық бәне. Декәттер тоғыш үй меділіне? Аша. Чекі, чекі, чекі. Ерсен. Қадын цүктің меддік бәжіт, мана сұрғырты цүктайдың сәңір қары өгіт, ханалтан тадын дөріп және өдін. Дорогие друзья, было приятно поговорить и услышать великолепную речь нашей Виктории Владимировны и, конечно же, наших детей. Ну а теперь мы подходим к завершающему конкурсу «Тейгин Айс». Каждая из конкурсанток подготовила сегодня номер художественной самодеятельности. Мы сегодня увидим и услышим все дарование молодого поколения. Ученица 10 класса, участвовавшая сегодня под номером 1, деревянка Анастасия. Встречаем!
Участница под номером 2. Ученица 9 класса Коксунова Ильяна. Дорогие друзья, критериями оценивания этого этапа конкурса является художественная выразительность, актерское мастерство, культура речи, дикция и эрудиция, владение устной разговорной калмыцкой речью, знание наизусть текста, умение играть на музыкальном инструменте. А я приглашаю участницу под номер 3, Васильева Эльзета, ученица 9 класса. Наше образовательное учреждение, муниципальное образовательное казенное учреждение Харбулукская средняя общеобразовательная школа Республики Калмыкия является опорной школой по развитию национальной системы образования в Республике Калмыкия при Министерстве образования и науки Республики Калмыкия. Таковых в нашей республике 14 школ. И сегодня я не могу, не могу не говорить еще об одном человеке, который вложил душу в наших детей. Это учитель музыки Макарова Юлия Сергеевна. Давайте поаплодируем. На сегодняшний день она растит малышку-дочь, но тем не менее все вложенное в детях мы сегодня видим с этой большой сцены. Дорогие друзья, все, что вы видите, все вложено педагогами образовательного учреждения, которое достойно несет имя «Опорная школа» по развитию национальной системы образования. Ну а мне хотелось бы пригласить на эту сцену участницу под номером 4 Панарчук Маргариту. Ах,
тахнца хошу агсан сарот очход мен урун намхан ичим чансынса Закончился наш уже второй конкурс. Я думаю, всем понравилось. Ну, что ж, вы сами увидели, девочки стараются. Если будем чаще проводить, ну, будут совсем другие результаты. Ну, а сейчас позвольте мне объявить лауреатов и номинанток этого конкурса. Деревянка Анастасия, ученица 10 класса, лауреат конкурса «Сяханыник», посвященного Международному дню родного языка. Вручается сертификат на сумму 2000 рублей. Дипломом награждается Васильева Эльзята, ученица 9 класса, призер конкурса «Сяханыник». И к нему прилагается сертификат на 3000 рублей. Дипломом награждается Панарчук Маргарита, призер конкурса «Сяханыник», посвященного Международному дню родного языка. И я не верю своим глазам. Сертификат на 6000 рублей. Как бы выдохнуть. Дипломом победителя конкурса 2019 года школьного конкурса «Сяханыник», посвященного Международному дню родного языка, получает диплом Коксунова Ильяна, ученица 9 класса. Я прошу прощения, Арслан Бабаевич посмотрел на меня так, а я не пойму, или очки одеть, или правильно я вижу. Сертификат на сумму 15000 рублей. Заработная плата учителя месячная –